Sri Panchamata Ki Jai, Sri Padamadava Ki Jai, Sri Bhagavan Prabhupada Maharaj, Sri Prabhupada Ki Jai, Grandpa Srimad Bhagavata Ki Jai, Sri Bhagavata Ki Jai. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 7, воплощение Господа, текст 4. Санскрит. Аттерапатьям апиканкшатаха тушто дато маяхам итияд Бхагаван садата. Ятпада панкаджа парага павитрадиха Йогартхима Пурубхаям Яду Хая Хайядья. Хай Хайядья. Атри. Атри. Мудреца Атри. Апатьям. Апатьям. Апатомки. Абхиканкшата. Абхиканкшата. Услышав молитвы. Ага. Сказал это. Тушта. Удовлетворенный. Дата. Дата. Отданный. Майя. Майя. Мной. Ахам. Я. Я. Ити. Ити. Так. Яд. Яд. Поскольку. Бхагаван. Личность Бога. Сах. Он. Дата. Дататрея. Ятпада. Тот, чьими стопами. Панкаджа. Лотосными. Парага. От пыли. Павитра. Очищенные. Деха. Тело. Йога. Мистическое. Ритхим. Совершенство. Апу. Получили. Убхайм. В обоих мирах. Яду. Основатель династии Яду. Хайхая Адья. Царь Хайхая и другие. Перевод стиха. Великий мудрец Атри молил Господа о потомстве. И Господь, довольный им, обещал сам стать его сыном Дататреей, Датой, сыном Атри. Получив благословение лотосных стоп Господа, многие Яду, Хайхаи и другие настолько очистились, что обрели и материальное, и духовное благо. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вечные трансцендентные взаимоотношения живых существ и личности Бога проявляются в 5 любовных расах Шанти, Даси, Сакхи, Вацали, Матхури. Мудрец Атри находился с Господом в любовной расе Вацалья. Поэтому, достигнув совершенства в своем преданном служении, он пожелал, чтобы Верховный Господь стал его сыном. Господь внял его молитвам и явился в образе сына Атри. Есть много других примеров отеческого отношения чистого преданного Господу. И поскольку Господь безграничен, то у него бесчисленное множество отцов преданных. На самом деле Господь является отцом всех живых существ. Но благодаря трансцендентной привязанности любви, которая связывает преданных с Господом, и больше нравится играть роль сына преданного, нежели его отца. По сути дела, отец всегда служит сыну, а сын требует, чтобы отец оказывал ему те или иные услуги. Поэтому чистый преданный, который всегда желает служить Господу, хочет, чтобы Господь был его сыном, а не отцом.
Господь принимает это служение от своего преданного. И таким образом преданный оказывается в более высоком положении, чем сам Господь. Имперсоналисты мечтают о слиянии со Всевышним. Но преданный достигает более высокого положения, нежели Господь, о чем великие монисты не смеют мечтать. К родителям и другим родственникам Господа, благодаря их близким взаимоотношениям с Господом, само собой приходит мистическое могущество. Это мистическое могущество дает им власть над всеми материальными наслаждениями, всеми формами освобождения и всеми мистическими силами. Поэтому преданный Господа не тратит драгоценное время своей жизни на поиски всего этого. Драгоценную человеческую жизнь необходимо посвятить трансцендентному любовному служению Господу. И тогда все прочие желания осуществятся сами собой. Но даже достигнув всех мыслимых совершенств, необходимо быть очень осторожным, чтобы не попасть в западню и не совершить роковую ошибку, оскорбив стопы преданного. Яркий пример тому Хай-Хая, который достиг всех благ, приходящих к человеку в результате преданного служения, но, оскорбив стопы преданного, был убит Господом Парашурамой. Господь стал сыном великого мудреца Атрии, его нарекли Дататрея. Так, еще одно воплощение Господа описывается здесь вкратце. Есть другие Пураны, мы не все Пураны изучаем, мы знаем, что есть 18 Пуран, такие как Вишну Пурана, Гаруда Пурана, другие, где те же самые события могут описываться более подробно. Здесь Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, описываются сливки, не так много информации. То есть, если рассмотреть молоко как нектар знания, то сливки — это небольшая часть, количественная, но качественная — это превыше всего. Это Шримад Бхагаватам. Может, вкратце какие-то события описывать, исторические хроники. Но акцент не на самих событиях, а в том, что в этих событиях есть самого ценного. Например, если мы берем человеческую жизнь, она цена, сама по себе уже очень цена, редка. Из бесчисленного количества форм жизни, которые мы видим вокруг человека, это редкое явление. И вся жизнь человека священна. Но если рассмотреть наш образ жизни, поведение, деятельность, не все, может быть, относится к совершенным поступкам, к нашей лучшей части жизни. Если мы хотим выделить что-то особое, может быть, не так много будет сливок, из этого молока не так много. Часть может даже испортиться, прокиснуть, часть жизни может быть напрасной. И если рассмотреть с духовной точки зрения, то это может быть крупицы достижений. Как опытные преданные говорят, я очень медленно прогрессирую, очень медленно, мне мало времени. Я хочу тратить время на какие-то материальные вот разговоры, какие-то отношения, времяпровождение, потому что я очень медленно прогрессирую, мне нужно прекратить все это. Мне нужно как-то ускорить свой духовный рост, дайте мне время, освободите меня. Не занимайте меня какой-то материальной деятельностью. Не осуждайте, что если я не участвую в каких-то вещах. Не хочу мериться в политику или в какие-то критические вещи. Дайте мне возможность просто думать о Кришне. И так редко. Даже в человеческой жизни нужно найти время еще для преданного служения. И вот Шримад Бхагаватам как раз дает эту возможность. Нам сосредоточиться только на Господе, ни на чем больше. Хотя Пураны могут описывать и другие очень возвышенные события во Вселенной, процессы творения, жизнь полубогов и явление Господа в том мире, их деятельность более подробно. Но в конечном итоге мы приходим к Бхагавата Пуране, что нам нужно сосредоточиться полностью на сознании Кришны. И здесь, в материальном мире, нечастое явление, когда Господь является сам. Здесь Дататрея. Почему Он пришел? Дата. Дата означает данный, Атри. Атри пожелал этого. Он просил Господа.
Он хотел его иметь своим сыном, когда увидел. Он увидел медитацию, он почувствовал вот эту ватсалья, расу. Очень необычный момент. Все обычно боятся Бога люди. И они трепещут, ну, если человек верующий, богобоязненный, трепещет перед могуществом Бога, его разумом, справедливостью, его мощью, его всевидящим оком. Потому что в моей жизни столько недостатков, Бог все видит это. И как я перед ним предстану, он все видит. Всю мою жизнь, он свидетель, я не могу ничего скрыть, и перед Богом должен быть открыт, чист полностью. Поэтому это очень волнующий момент для человека, получить такой даршин, такой опыт получить. И странная вещь, потому что когда чистый преданный получает такой даршин, он избавляется от всех страхов, когда видит его. Удивительный момент, когда Друг Махарадж полгода совершал аскезы, чтобы получить даршин Верховного Господа. И получив даршин, он онемел. Он не знал, что говорить и что делать. Но Господь, что Он делает? Он идет навстречу живому существу. Он своей раковиной, четырехрукая форма проявилась перед другом. И в одной руке Сударшана чакра. Уже это заставляет нас быть очень осторожными. Он окружен оружиями, какие-то атрибуты Бога. Вся сила, все энергии там, которые он повелевает, окружают его. И, возможно, можем даже увидеть и другие окружения, не только атрибуты. Там бесчисленное множество живых существ вокруг вообще. О, к нему не так легко приблизиться лицом к лицу. И Друг Махарадж смел этот даршин лицом к лицу, и увидел все эти четыре руки, эту величественную форму, он просто онемел. Он просто потерял дар речи, он не знал, что делать, сидеть, говорить, молчать, упасть. Все, он лишился памяти, разума, дара речи. Он забыл, зачем вообще обращался к нему. И Господь тогда эту рукой, где была раковина, этой раковиной коснулся лба этого ребенка пятилетнего, Друга Махараджа. И с этого момента он уже, конечно, не отождествлял себя с телом ребенка. Он уже фактически был совершенной личностью. И Друга Махарадж, когда почувствовал это прикосновение благоприятное, что же такое благоприятное прикосновение Господа, это даршан. Мы видим Господа, Он тоже отвечает нам. Как же Он отвечает? Друга Махарадж обрел мгновенно способность говорить. Удивительные вещи. Он сам поражался, что происходит. Пробудился дух. И вот когда дух пробуждается, пробуждается раса. Это уже нематериально. Вы можете думать о Боге, как о своем ребенке. Это нематериально. Он не выглядит таким могущественным, таким безграничным. Он выглядит объектом любви. Все. Это полностью поглощает, говорится, сознание преданного полностью. Он забывает о том, что он могущественный, что он отец всех живых существ. Он говорит, стань моим ребенком, а только я этого хочу, а ты сказал. Я хочу, чтобы ты стал моим сыном, больше ничего не хочу. Я хочу просто, вот, чтобы навечно закрепить наши отношения. Мы родственники, вечные родственники. Так и есть. Мы вечные родственники с Богом. Мы также вечные родственники друг с другом, но должна быть связь. В материальном мире связь материальная, то есть родственная, биологическая связь, а в духовном мире связь Верховный Господь, Отец всех живых существ, все живые существа, Его частички, слуги. Эту связь мы осознаем постепенно, в обществе преданных именно, что постепенно мы больше и больше понимаем, что это моя семья, это моя настоящая семья. Здесь и мать, и отец, и друзья, и родственники, и сестры, и братья, тут все можно найти в этих отношениях. Если, конечно, мы получаем благословение, можем видеть это все. Если мы не получаем благословение, мы можем еще видеть материальными глазами одновременно преданных. Так и так, как это проявляется? Иногда мы в экстазе от общения, иногда мы не очень в экстазе от общения. Трудно понять такого преданного. Вот он сегодня танцует в блаженстве, утром на Мангаларате, а вечером уже расстроенный где-то ходит.
вот, вот так он соприкасается то с духом, то с материей, то с духом, то с материей. Ну как не соприкасаться с материей? Придешь домой, там жена, дети, ну как не соприкасаться с материей? Ну, там тамас. Дети приносят тамас, а как с этим быть? Ну, если маленький ребенок, он принесет нечистоту и тамас. Он, конечно, невинный, он чистый, он объект любви, но все равно это тамас. И вот как мы в храм приходим, там трансцендентно, домой приходим, там тамас. Поэтому Грихастха говорит, дорогой Господь, стань моим сыном. Никакого тамаса больше не будет. Кришна совершает такую тамасичную деятельность тоже. Он мочится на чистые полы. Это я по секрету говорю. Никому не рассказывайте. О Боге нельзя распространять такие вещи вообще. Но мудрецы описывают. И иногда он злится на своих родителей. И чтобы отомстить, мочится на чистые полы убранные. Они моют полы, он дожидается, пока не помоют полы, потом мочится на них. Если хочет досадить, дети они же злые, знаете. Но не капризные. Не умеет злиться. Ну как он, что он сделает, если он маленький такой? Он натворит что-нибудь, сломает что-нибудь. Проказы начинаются. Вот Кришна в этом возрасте, когда приходит с сыном, он действует как обычный ребенок. Но удивительно, что там нет никакого тамаса, когда он мочится на полы. Святые, великие святые, наблюдая эту лилу, когда он мочится на полы, они подробно ее описывают и медитируют, как Господь, великий Господь, мочится на чистые полы и очищаются от всей скверны. Это Бог. В этом разница, что когда мы мочимся, это никто не будет описывать подробно. Есть специально закрытые комнаты, где мочиться, испражняться, и никто не хочет это описывать, нет, рассказывать подробно, как это все было, и наблюдать тем более. В этом разница, большая разница между Богом и человеком. Но когда Бог мочится или плюет на эти полы, злится, все святые поклоняются, гирлянды плетут, цветы сыпят. Потому что все трансцендентно. Пол Господа — это океаны, говорится, этого мира. Его тело трансцендентно, там нет ни грана материи, никаких гун материальной природы. Это он изначальный, чистейший источник. И вот Атри Муни просил стать его своим сыном. Ну, если человек, если ребенок рождается у вас, он привязывает вас к себе очень быстро. Достаточно просто несколько раз взглянуть, подержать на руках, и все, вы чувствуете привязанность сразу же. Это ваш ребенок. И вот представьте, не просто уберете какого-то ребенка, а именно это ваш Кришна. Ваш личный Кришна, поймите. Ватсалья раса мой. Я не знаю, это не чей, это мой ребенок. Я несу за него полную ответственность, это мое дитя. Дети все милые и прекрасные, но ваш ребенок, он отнимает у вас весь разум, он поглощает всю вашу жизнь, все ваши чувства, днем и ночью думаете о нем. Если вы мать и отец, это естественный процесс, вы чувствуете такую глубокую привязанность, вы обожествляете этого ребенка, вы возлагаете все надежды великие на него, даете ему все благословения, вы хотите высшего блага ему. Что он прославит вашу семью, ваш ребенок. Как же, он самый лучший, посмотрите на него. Он так мочится прекрасно. Да, когда Ишода видела, как Кришна ведет себя с детства, она говорила, о, это удивительный ребенок. Это редкий ребенок. Смотрите, он все понимает. Он разозлился, я ушла снимать молоко с плиты. Он был не накормлен в это время. Он хотел есть, но мне пришлось оторвать его от груди, чтобы снять молоко с плиты. Я убежала туда. Вернулась и увидела, какой разум. Все горшки разбил. Разбил горшки и спрятался. Посмотрите, он еще говорить-то толком не умеет. Уже понимает, что проказничает, уже прячется. Смотрите, он знает, он отличает грех и добродетель. О! Какой удивительный ребенок у меня еще додумал. И все же я должна наказать его, я же мать, должна научить его. Где ты, проказник? Ты что тут натворил? Горшки бьешь? Его нетрудно найти, оказывается, что по следам еще дойдет, по следам этим масляным. Он думает, что он спрятался под кроватью. Ну, а следы ведут туда, именно, под кровать, эти масляные следы. И вот он еще лжет постоянно. И еще это удивляется, когда Кришна лжет, или вот так вот прячется, какой разумный ребенок у меня. Это вот цели раз. Тем не менее, он разумный, но еще находит его как-то, разоблачает его. Она не понимает его мысли и так далее, его чувства. Почему? Потому что это ее ребенок, она понимает Бога.
как своего ребенка. Интересно, что Кришна отвечает ей именно так же, как она хочет, и именно так себя ведет, как этот самый ребенок, который будет разбивать горшки, оставлять следы на полу. Он разумно это делает. Он это делает для Ишоды. А для кого еще? Не то, что он забыл ноги вытереть, потому что маленький ребенок, что спрятаться от Ишоды. Он просто это делает для того, чтобы Ишода была счастлива. И они ругаются иногда время от времени с Ишодой, как мать и сын. А как иначе? Скучно жить, если вы согласны во всем, если вы только молитесь своему ребенку. Нет, иногда вы наказываете, иногда вы учите его, оно не соглашается, он с вами спорит, конечно же, ребенок. Одновременно делаете домашние обязанности. А Кришна не любит, когда Ишода выполняет домашние обязанности. Он не любит, что она отвлекается от него. Он же эгоистичный ребенок должен быть, так? Он должен быть только для меня, ты мама, ты моя мама, ты должна быть рядом со мной, выполнять мои желания, делать то, что я скажу всегда. А она идет, молоко там взбивает, простоквашу, там йогурт, масло делает. Кришне не нравится это, что она взбивает йогурт. Вот она поет песни про Кришну в это время, когда взбивает йогурт. Да, постоянно думает о Кришне. Но Кришне нужно больше, чтобы она смотрела на него еще больше. Ну, он подходит и начинает сзади, оп, хватать ее, или за косу дергать, или сари стягивать, что-то мешает ей, и это доставит громадное удовольствие Ишоде вообще, как Бог пристает к ней. Тут сейчас мы пристаем к Богу, Хари Кришна, где ты, Кришна, где ты, Кришна, где ты, Кришна, где ты, Кришна? А тут Кришна, где ты, Ишода, где ты, Ишода, где ты? Я здесь, Ишода, смотри на меня! Ишода, конечно, в блаженстве. Но, как мать, она говорит, ну, не шали, Кришна, я занят, у меня обязанности, должны выполнять обязанности. Ребенок, займись чем-нибудь. И тогда он вперед становится перед ней, перед мутовкой, и она счастлива полностью, что Кришна не отстает от нее. Такая йога, такая связь, представьте, естественная. Это не то, что умозрительный процесс какой-то, что мы медитируем, пока не потеряем сознание. Это жизнь с Богом, такая естественная, такая спонтанная, столько счастья, столько ананды. А выглядит так все просто, будто какая-то женщина просто вот с ребенком собственным общается, воспитывает его. Внешне очень трудно разобрать, что же это за действие, что это за лила. Почему столько ананды в этом? Не бывает, чтобы просто общаясь с ребенком, человек был так счастлив. Потому что счастлив, но в конце концов он устает от своего ребенка, не так? И может даже делать так, уйди, не мешай. Ну откуда столько ананды Ишоды? Кто же этот Кришна? Что это за ребенок? Полубоги спрашивают. Что ананда разливается выше, чем на высших планетах, больше, чем на Брамалоке, больше, чем в любой Дхаме. Что же это за дитя такое? Что это за личность Ишода? Что это за отношения такие? И он становится перед ней и смотрит на нее. И еще она не смотрит, она поет песни, она продолжает выполнять свои обязанности. И тогда он хватает мутовку, оп, двумя руками. И она удивляется, какая сила. Я тяну за веревки, и я не могу ничего сделать. Ну, шок у нее. Только маленький ребенок, он не твердо на ногах стоит. Да, бежит. Какой-то необычный ребенок у меня. То есть в эту расу еще вмешивается и что-то еще какое-то могущество Кришны надо проявляет. Не так много, но иногда он просто ее шокирует своей вселенской формой. Из страха перед ней, чтобы остановить ее гнев. Кришна из страха защищается вселенской формой. Это еще одно, представьте. Ты ел глину, я слышала, Кришна! И так неприятно слышать, что ее сын, ребенок, ест глину у всех на глазах. Что же люди подумают? Ты что, бродяга голодный ходишь, и что-то тебя не кормит? Ну-ка, иди сюда. Иди, я посмотрю. Открой рот. Я не ел глину, Кришна. Абсолютно невинное лицо у меня делает. Настолько невинное, что невозможно даже представить, что он лжет. Но Ишода знает, он лжет. Этот ребенок, он боится, и страха просто лжет. Это ананда, она увеличивается, что Ишода, она именно в расе матери, она может приказывать Господу, повелевать, заботиться о нем, такая любовь. Это ананда увеличивается, а Кришна, он из страха аж дрожит перед Ишодой. А ну, открой рот. Думаю, ну все, у меня конец. Надо спасать свою жизнь как-то, свою репутацию. Ишода, если разгневается, я ее боюсь. Она мать, я ее боюсь. Бог начинает
боятся, реально, он не притворяется, говорят ачарьи. Никакого притворства, настоящий страх. И еще одна глаза, она такие, рот смотрит, открывай рот. Как дантист, знаете, открывай рот. И вы волей-неволей, чтоб там ни было, откройте рот, все равно, куда деваться. И тут на помощь приходят его мистические способности. Это не ребенок, нет. Это источник всего. Он открывает рот и... Тут все эти энергии, эти вселенные. В животе у Кришны там, внутри. Еще раз смотрит туда и цепенеет. И не знает, что делать, кто перед ней, кто перед ней. Это что, что такое? Что со мной, что со мной? Я сошла с ума. Кришна показывает и подробно вселенную, гуны материальной природы, время, всех живых существ. Я в жизни такого кино не видела. Голливуд отдыхает. Кришна показывает, разворачивает свою форму, представьте, перед Ишодой. И Ишода забывает о глине, которую Кришна только что ел. Потому что там вся глина вселенной, там все воды вселенной, все океаны, там все живые существа. И там также она видит Ишода, там смотрит рот Кришны. Она уже готова упасть без чувств, терять сознание. Уже готова пойти молиться Богу. И тут Кришна сворачивает эту форму. И теребит ее, приводит чувство. Мама, Майи, 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 я хочу есть, корми меня, корми меня, корми меня. Что-то приходится. А, ну да, 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 пойдем, обедать пошли. Это раса в Ацале. И здесь Прабхупада говорит, что бесчисленное множество есть преданных в этой расе. Мы не знаем сколько, мы знаем какие-то примеры из шастр, немного. Не нужно все описывать, говорится, Бхагавад-гите. Что-то принципиальное мы должны знать, и все остальное мы поймем. Если мы знаем, что Господь безграничен, и у него безграничное количество преданных, и знаем, что есть ватсали раса, мы автоматически поймем, что родители может быть бесчисленным множеством. Это наш разум уже. Достаточно разума, чтобы дальше размышлять об этом. Это не спекуляция. Это основано на шастрах. Очень много-много говорится, столько. Каждый старший во Вриндаване, вот в этой расе можно находиться по-своему. Родительская раса. И Нанда Махарадж, и его братья, и Ишода, и старшие, ровесники Ишоды во Вриндаване, они смотрят на Кришну тоже, как на своего ребенка, и любят больше, чем собственного ребенка. И все гопи Вриндавана хотели тоже его так же кормить, заботиться, одевать, как Ишода. И Кришна дал эту возможность им. Когда Брама украл всех мальчиков, пастушков и телят, Кришна стал этим мальчиком, этими пастушками, и все коровы получили возможность служить Кришне, кормить Кришну в форме телят. И все жители Вриндавана, кормя своих сыновей, кормили Кришну в это время, и все эту Ананду получили. Родительская раса, говорится, безгранична. И самое безграничное отношение – это раса Матхурья. Ну, Прабхупада пишет в одном месте, что никто не может сказать, не подается никаким представлениям, сколько преданных в этой расе находится. Невозможно описать это. Сколько? Сколько? Значит, раса танец, как вы пишете? Как описать раса танец? Не знаю, если художник рисует раса танец, ну, он там нарисует фигурок там 10, 15, ну, может быть, 20 на холсте, ну, сколько уместится. Танцующий с Кришной. Но невозможно это. Не хватит никаких ресурсов, воображения, краски не хватит. Всю краску Вселенной взять, чтобы нарисовать такую картину, не хватит краски просто. Это в духовном мире раса лила, но самое высочайшее проявление вкуса мощи духовной, блаженства, которое там не описывается никакими границами. И ночь Брамы в этом танце проходит как мгновение для гопи. Миллиарды лет ночь Брамы длится. Гопи думает, что лишь мгновение мы танцевали с Кришной, и он покинул нас. И снова нужно ждать следующей ночи, чтобы увидеть его. И они не могут пережить одну ночь даже толком. Они рассудок теряют, говорится. Они когда выполняют свои обязанности, они даже не помнят, что они делали, что не делали. И когда наконец приходит время, они настолько, настолько уже в этой разлуке, истощены этой разлукой,
настолько поглощены Кришной, этой новой встречей, что им кажется, что бездна времени разделяла нас, вечность, мы не виделись, такая разлука невыносимая. И когда они слышат флейту, знак Кришны, наконец, с Гвардханой, из лесов Вриндавана, флейта звучит, призыв, никто не может устоять перед флейтой, ни одна гопи. Они, естественно, как говорится, река Ганга или Ямуна, она течет к океану, вы не остановите этот поток гопи, они все отходят. Уже это обязанности, это всего на свете, они их влечет, флейта Кришны. Они идут туда потоком, непрерывным потоком. При этом, говорится, они даже не успевают, не понимают, как они выглядят. Из-за этого состояния разлуки они вообще не понимают, что они делают. Они одевают верхнюю одежду на низ, нижнюю одежду наверх. Можете представить, что это такое. Они успевают подкрасить одну ресницу, другую забывают совсем. И то, что внизу, наверху, то, что внизу, они в таком виде приходят к нему танцевать раса-лилу. Самые красивые женщины миров, говорится, это слуги Кришны, они форма женщин, но это души. Там нет этих женщин, как здесь, или этих мужчин, как здесь. Там нет этих представлений телесных. Это душа, она обретает форму служения. То есть это гопи. Вечные спутники. Они прибывают туда, в лес, в глухой лес ночью, этим потоком, чтобы просто увидеть Кришну, и когда видят Кришну, они цепенеют и становятся как нарисованные, так описывается. Будто кто-то нарисовал, не двигаются, даже не мигают, видят Кришну, не останавливаются. В этом можно заметить их полное умиротворение. Только что они были очень беспокоены, не могли толком одеваться, не могли ничего понимать, они готовили пищу, но они не знали, что они готовят пищу, они служили мужьям, но они не видели мужей. Они слышали флейту Кришны. И сейчас это беспокойство, оно ушло. В один момент, в одно мгновение, как только они увидели Кришну, они тут же остановились, просто замерли, они даже не дышали. Все, полный покой наступил. И вот в этом виде, как они странно наряжены, знаете, странно украшены, так они вот созерцают Кришну. Кришна улыбается, смотрит на них. И говорит, что вы здесь делаете, целомудренные женщины? Замужние, ночью в лесу. Я понимаю, что вас привлекла моя флейта, но вообще-то женщины по ночам с мужчинами не общаются, с чужими. Религиозные принципы есть. Вспомните о целомудрии, о законах религии, о дхарме. Ваша обязанность быть рядом с мужьями, тем более ночью. Гопи начинают двигаться, и они недовольны. Они никуда не уходят, просто начинают переглядываться, отводить глаза, как будто просто пришли погулять. Пальцем ноги чертить что-то на песке, очень смущены. И потом начинают в гневе говорить с Кришной, в гневе. И Кришне очень нравится это. То есть они так ждали Кришну, они пришли, а Кришна говорит, что вы сюда пришли? Идите обратно, законы религии, семья, дети. При этом тоже нужно это говорить, напоминать, не забывай, у тебя семья, дети. Ну да, ну что делать? Я не могу сейчас Кришне, вот я неудачник, вот все могут, а я, у меня семья, дети. Муж не преданный, или жена не преданная. Проклятие! Да, преданных тоже нужно стараться продолжать все-таки выполнять свои обязанности. Видите, даже Кришна скажет нам такое, когда мы придем к нему в форме гопи, что сюда пришел. У тебя семья, иди обратно. Кришна, что ты такое говоришь, сказали гопи. Ты же знаешь наши сердца. А мы знаем, кто ты. И ты же знаешь, что мы не можем жить без тебя. Что семья, общество, другие вещи, это тоже это твоя энергия, но это твоя внешняя энергия. Она не привлекает нас. Они заговорили, как освобожденные души. И тогда Кришна говорит, да, вы, гопи, на самом деле освобожденные души, вы имеете полное право быть со мной больше нигде, потому что вы освобожденные души. Но если вы не освобожденные души, идите обратно, там служите мужьям, семье, выполняйте обязанности, и постепенно вы должны приблизиться к Кришне. Освободиться от всех материальных желаний. Нужен процесс, нужно время. Для каждого из нас нужно время и процесс, серьезный процесс санана-бхакти.
А когда наша жизнь будет удачлива, наша садхана будет чиста, наше сердце очистится, и тогда естественным образом вы услышите флейту Кришны, вы пойдете туда естественным образом. Не нужно кого-то бросать, кого-то разочаровывать, кого-то расстраивать, ломать какие-то отношения. Это произойдет настолько естественно, что даже ваши родственники, они вас не остановят. Даже общество не воспрепятствует этому. Потому что вы на самом деле будете освобожденной душой, частичкой Кришны. Это станет очевидным фактом. Вы станете гражданином мира. Каждый, не важно, мужчина, женщина, имею в виду, что это сознание Кришны. Не то, что формально саньясу должны принять, как сегодня мы были на церемонии саньясы. Кто-то принимает саньясу для проповеди, но кто-то не принимает саньясу, кто-то остается в грехах с кашами. Но он тоже должен быть в сознании Кришны. Прабхупада создал движение для того, чтобы все были в сознании Кришны. Даже дети были в сознании Кришны. И женщины, и мужчины, и брамачари, и саньяси, чтобы все были в сознании Кришны. В этом назначение международного общества сознания для сознания Кришны, для этого общества создается. Поэтому мы помогаем друг другу здесь, на этом пути. Кто-то больше, меньше обусловлен, но кто-то менее обусловлен, помогает тому, кто более обусловлен. И таким образом возникают у нас очень, очень тесные отношения, которые Кришна удовлетворяет. Кришна проявляется. Все могут сознавать Кришну благодаря тому, что мы можем вместе служить Ему. Здесь говорится, что благодаря благословению многие яду — это великие династии, хай-хай — это очень высокие династии, очень могущественные династии. Они и другие, они очистились и обрели и материальное, и духовное благо. Это редкая возможность. Обычно вопрос ставится по-другому. Либо материально, либо духовно. Что должен выбрать? Двум господам не служат. Так еще говорят. Это справедливо на самом деле. Но здесь, говорится, было настолько было сильное благословение, настолько Господь был доволен ими, что они обрели и то, и другое. Есть странные примеры, удивительные примеры таких благословений. Как Судама Випра. Он нищенствовал практически всю жизнь, но Кришна наградил его таким богатством. И он также остался преданным. Безграничным богатством наделил его. Пандавы, Кришна установил их императорами всего мира, дал им безграничную власть и богатство. И одновременно они оставались чистыми преданными, ни на секунду не забывали о Кришне. То же самое было с Дхрува Махараджем, с Прахладом Махараджем. Такой был пример в Лила Господа Читания Пундарика Веденитхи, который купался в роскоши вообще, ел и пил из золотой посуды. Мылся ароматизированной водой. Душился ароматными маслами, агуру и чатухсама. Петербурги знают, что такое чатухсама, они уже научились делать ее. Господь Читания описывает ее в Читании Чаритамрите, и петербуржцы уже делают, производят ее чатухсама. Это ароматическое масло, духи особые. И вот он надушенные волосы завивал их чем-то, чтобы они так вот, знаете, красивые были. У него тюрбан, и украшения, весь пальцы не сгибались от перстней, камней драгоценных, и без золота, в жемчугах, в шелке. Лежал на мягких постелях с балдахином, вышит жемчугами, как морская пена, белые простыни, там шелк, все это, знаете, подушки, и кальян курил. Маникюр на ногтях, и пилочка, знаете, так, и так лежит. Пундарика Веденитхи. Вы сразу скажете, это не образ жизни преданного. Не делайте так никому. Это материалист какой-то. Но однажды Мукунда спросил Гададхара Пандита. Гададхар, хочешь увидеть чистого преданного? Он хорошо вздрогнул. Конечно, хочу увидеть чистого преданного. Где чистый преданный? Кто же не хочет увидеть чистого преданного? Если вы преданный, естественно, вы будете думать, где чистый преданный, где чистый, где... Я хочу общаться с чистым преданным, услышать, что он скажет о Кришне. И Гададхар очень заинтересовался, Мукунда сказал ему. Мукунда такой прекрасный преданный, он так воспевает,
Он знает шлоки, самые сокровенные шлоки, он знает сердце Господа Чайтаньи Махапрабху, он знает, когда петь мотивы, какие нежные голоса, какие звуки издает Мукунда, о, небесный нектар, как он воспевает святое имя. И Мукунда говорит: Гададхар, я тебе покажу чистого преданного, пошли. И с большим волнением Гададхар явился туда, в дом Пудалика Видянитхи, и увидел эту картину. Кальян, надушные волосы, маникюр, пилочка в руках, лежит на подушках, тут фрукты, яства, напитки какие-то. И он подумал: боже мой, это чистый преданный. Мукунда, что ты сделал? Куда ты меня привел? Я хочу уйти отсюда. Уйти, потому что чистый преданный, он обычно отречен от всего этого. Избегает этих прелестей жизни всех, чувственных наслаждений. Но он очень мягкий, он джентльмен. Он просто стоял смиренно и ждал, что же будет, что же с этим делать. Смотрел на Мукунду. Мукунду. Мукунда сказал: подожди, потерпи немножко. И запел шлоку Шримад Бхагавата. Своим трансцендентным голосом он пропел шлоку, одну шлоку из Бхагавата, где ставится вопрос: кому же должен предаться? Кому предаться, как не всеблагому, всемилостивому Господу? Ведь Путана, злобный убийца, пришла убить его с этой целью, умертвить этого ребенка. А он даровал ей положение собственной матери, он освободил ее. Так кому же мне предаться еще, скажите? Кто еще настолько милостив, как Господь Кришна? Это шлока. Мукунда пропел эту шлоку, и Пундарика Видьянитхи проявил такой экстаз. Этот экстаз был подобен волнам. Знаете, вот есть одна волна, и вот ждете девятого вала, верно? Там есть свои ритмы. И вот эти духовный экстаз, он не наступает так внезапно, резко, как будто, вы знаете, напугали всех вокруг. Нет, он вас обволакивает, как вот этот вот прибой, вот вы ходите в море, раз вдруг, и он вас обнял, и потом вы ходите еще больше, и в конце концов просто погружаетесь туда, в океан. И вот сначала кальян выпал из рта просто. Взор остановился, он услышал эти звуки. Он оцепенел, какой-то не мог двигаться. И в это время Мукунда и Гададхар почувствовали, что атмосфера меняется, что какие-то волны начинают нести их душу, их ум куда-то уносят, какой-то мир счастья. Дух захватывает, и тут началось. Пундарика Видьянитхи несколько часов испытывал этот экстаз. В итоге всю мебель он разломал. Разорвал на себе все одежды шелковые. И даже волосы себе выдернул. Ноги. И он кричал все больше и больше. В конце он просто кричал: кому же нужно предаться? Подумайте сами, кому? Кто более милый, чем Господь Кришна? Кто? Кто спасет душу вообще? Кто простит нас за все грехи? Не мог остановиться несколько часов. Через несколько часов Гададхар дрожал весь. И упал на пол в слезах, в рыданиях. И сказал: слышал такое оскорбление. Ведь я же подумал, что ты материалист. Что мне делать? Как мне очиститься от этого оскорбления? Он пошел к Махапрабху. Великой печали сказал: как же мне очиститься? Я совершил такую аппаратку. Я оскорбил чисто преданного в уме. Господь Чайтанья улыбался и сказал: ты от него прими просто посвящение. Стань его учеником. И Гададхар принимает посвящение Пундарика Видьянитхи. Но это редкое явление. А обычно в нашем случае мы говорим либо духовное, либо материальное. Как-то вот мы должны акцент выбрать какой-то. Что же мы хотим? И также Прабхупада говорит, чтобы мы не были сбиты с толку этим, что это противоречие. С одной стороны, нужно выполнять свои материальные обязанности, с другой стороны, мы должны быть свободными, освобожденными, достичь освобождения. Как же соединить освобождение с выполнением материальных обязанностей? Бхагаватам говорит, что это противоречие решается при помощи бхакти, любви к Богу. Если у нас любовь такая, как у Пундарика Видьянитхи, вы просто не будете видеть никакой материи. Вы просто будете жить, как предписано вам. Богатый или бедный, неважно становится. Вы вообще не будете думать об этом. Не будете себя даже заслять ни с бедностью, ни с богатством. Ни с чем материальным. Даже со своим характером материальным.
Просто будете наблюдать, как действует ваше тело, как автомат, и направлять его на преданное служение, и все. Глаза хотят смотреть — смотрите на Кришну. Он хочет думать — думай о Кришне. Он автомат, но вы управляете этой машиной. Ноги хотят передвигаться — иди в храм. Хотите слушать о любовных историях? Да, слушайте о Радхе Кришне, о Гопе Вриндаване, слушайте об этом. Все, все есть в Кришне, все оттуда. И таким образом, в этом случае, все материальное, оно становится духовным. Прабхупада дал нам этот принцип юкта-вайрагья, что как же мы будем? Освободимся от материального гнета, а вы занимайте свои чувства, свою собственность, свой дом, свою квартиру, что бы ни было у вас, займите в служении Кришне. А Кришна очень милостив. Я скажу, я несовершенен, моя семья несовершенна, в моем доме не так чисто, не такие стандарты, не по васту шастре он построен и прочее. Я живу в обычной квартире, в таких условиях очень скромных. Но Кришна, он очень милостив. Он вообще не смотрит на те вещи. Он одновременно приходит к Брахману Шурдадеве и Бахулашве царю. Делится на две экспансии, потому что пригласил кто-то другой. Царь очень богат, а Брахман Шурдадева нищий. У него вместо сидения соломенная подстилка на глиняном полу. У него ничего нет. Он нищий брахман. Но он пригласил Кришну в гости. Он хотел, чтобы Господь пришел в его жилище. И он сказал, что цель моей жизни будет осуществлена, если просто ты войдешь в мой дом. Многие жизни я шел к тебе. И теперь я прошу тебя, приди ко мне в мой дом. Я достигну цели жизни, все кончится. Я обрету тебя пожизненно, вечно. И царь Бахулашва тоже сказал самое. Я столько жизней шел к тебе. Не отказывай, зайди, прими обет, пир, мое служение. Прими меня слугой. Какой я царь? А твой слуга просто. И Кришна смотрел на брахмана, на царя, и обоим сказал: конечно, я приду к вам. Как же я не приду к вам? Вы же великий преданный, вы одинаковы для меня. И чтобы не обидеть ни того, ни другого, Кришна выделил две экспансии, две формы. Пришел к царю, получил царский прием, и пил золотую посуду, и сидел на роскошных сиденьях. А брахман Бахулашва, соломенную подстилку, воду, все очень просто, и Кришна был так счастлив. Вообще он не смотрит на эти вещи. Кто же, кому же мы должны служить, кому должны поклоняться, как не Кришне? Такой милостивый Господь к своим преданным. Итак, это благословение означает, что мы можем быть успешны в духовном, материальном смысле. Прабхупада не отрицает это. Он говорит, пусть богатство Запада будет связано с духовностью Востока. Пусть соединится то и другое. То есть благословение Прабхупады уже есть. Собственно, в этом успех движения, что соединяются эти великие знания с материальным прогрессом, тоже соединяются. Мы используем все, что создал материальный прогресс, мы пользуемся для проповеди. Самолеты, компьютеры, современные дома, технологии. Преданные они принимают это. У всех есть сотовые телефоны, у всех есть компьютеры. Каждый знает, что такое интернет сейчас. Но это все нужно занять в служении Кришне. В этом практика, в этом благословение. Если благословения нет, то лучше уйти в ашрам и не иметь ничего этого. Потому что если мы получаем материальное без благословения Кришны, это очень опасно. Это майя, она не милостива. Это купи-продай. Она наказывает. Она обманывает. То есть она действует странным образом. Знаете, у нее в руке в одной кнут, другой пряник. Она показывает пряник, вот так она делает. И привлекает живое существо. И оно подходит близко и уже как бы уже касается чуть-чуть этого пряника, и чувствует этот вкус, она со всего маху этим кнутом. Какая боль! Какой результат! О, новый пряник, пойду туда. С этим пряником не очень получилось, но этот пряник, о! Сразу видно, что с этим пряником совсем все по-другому. Тут нет кнута, тут только пряник. Очень послушный пряник, вкусный пряник. Все, что говорю, делает.
Тут нет никакого кнута. Пойду туда поближе. Ну-ка, дай попробую. Ну-ка. О, тут тоже кнут есть. Где же мой пряник? Тут, если есть пряник, то рядом кнут. Это Майя. Не простит ни за что. Мы не можем перед ней выслужиться, договориться, договор подписать. Майя, твой слуга навечно, дай мне все благословения свое, чтобы я был богат и счастлив в этом мире. Нет. Что посеешь, что пожнешь. Вы не можете быть материально успешным, не совершая греха. Это практически невозможно. Попробуйте. Как достичь материального благополучия, могущества, не совершив ни одного греха, не оболгав никого, не манипулируя, не скрывая какие-то вещи? Как это возможно? Майя такая, а она показывает пряник, но мы не знаем, что там, знаете, там опасность великая, ядовитый пряник, смертельно опасная. Мы можем достичь, наконец, какого-то материального благополучия без Кришны, но мы умрем, мы духовно погибнем. А что это означает? Что в следующей жизни мы рождаемся без ничего вообще. Мы нас выбрасывает, просто выбрасывает нас, пережевывает, выплевывает нас. В следующей жизни вы можете быть в этой жизни успешным, богатым или ученым, или прославленным. В следующей жизни можете стать кошкой, собакой, Прабхупада говорит, вот так действует материальная природа. Она может быть и справедлива, но она не милостива. А Кришна именно милостив. Где же справедливость, если Он всех грешников освобождает, Господь Чайтанья Махапрабху? И тем не менее все с этим согласны, грешники. И говорят, да, именно это и есть настоящее, это есть истина, ты абсолютная истина, потому что ты очищаешь, ты прощаешь, ты высший разум. Ты высшее благо для каждого живого существа. Ты не различаешь, кто грешник, кто не грешник. Ты и есть Бог. А Майя нет. Она не Бог. Материальная природа — это не Бог. Нет, это инструмент. И поэтому в этот материальный мир Майю приходит воплощение Господа. Здесь говорится, они проливают милость, так или иначе. Они действуют не в соответствии с законами кармы и регун природы. Нет, он действует независимо, он действует как Верховный Господь, повелевающий этими энергиями. И тот, который пришел, чтобы освободить своих преданных. С этой целью приходит Господь в этот мир. И иногда он дает такие благословения, что человек обретает и духовное счастье, и материальное счастье. Обычно это в грехасхашами. Вот царские династии в прошлом были такие могущественные, они были преданные, они были также очень богаты, имели всю власть. Но никогда не кичились ни богатством, ни властью, они служили Кришне. Это великое благословение. Так Прабхупада хотел, чтобы мы имели и богатство, и влияние на общество, и знания великие, но для Кришны, для преданного служения. Это великое благословение, которое нам дает Прабхупада. Какие будут вопросы, пожалуйста? Громко. Совершенно слугой, как стать? Как стать совершенным? Постепенно. Жизнь за жизнью. Может быть, эта жизнь последняя будет. Постепенно. Наберитесь терпения. Шинабхапа, там есть разные примеры. Вот, например, бедные, как Друва, Махараш, когда они учат питаться Господа, они полностью очистились, стали чистыми преданными. Но также есть категория личности, например, полубоги. Они регулярно с Господом встречаются, но у них как были вот материальные желания, получается, Дашин Господу, он не решает проблему чистоты. Вот от чего это зависит, что если какое-то соприкосновение, оно действительно помогло очиститься, в чем это разница? Каждый служит Господу в соответствии со своим положением, могуществом. Много знаем истории о Господе Индре. Это почитаемая личность в пантеоне полубогов. Это царь богов.
главное лицо управляющее. И он наделен большим могуществом и большей добродетелью, чем все остальные, поэтому, чтобы управлять, чтобы вот иметь власть. Сидеть на троне Индры не всякий может. Представьте, если обычный человек сядет на трон Индры, он сразу потеряет разум. Сразу упадет, деградирует. Ты также, если взять обычного человека, гордого, и наделить властью здесь, в этом мире, то же самое, видишь, станет самодур просто. Он просто потеряет последние мозги. Но Индра, он может находиться на том троне. И полубоги уполномачивают его, потому что царь необходим. Они поддерживают его также своим благочестием. То есть его сила умножается от этого еще больше. И Господь Индра, он играет с Кришной тоже, он входит в эти игры, но как Индра, не как освобожденная душа. За счет благочестия. Именно за счет высокого благочестия этих полномочий. Как царь Нрига описывается, что он именно через благочестие пришел к Кришне. Описывает свою прошлую жизнь, сколько он совершил благочестивых поступков, благотворительности. Не снилось никому до него и после него. Что творил царь Нрига, сколько он совершил добрых дел, сколько пожертвований он совершил. Не нарушал обещаний и прочее, это был идеальный царь. Но он совершил только одну ошибку и стал ящером в следующей жизни на долгое-долгое время. И жил в колодце. Но история заканчивается тем, что именно Кришна достал его оттуда. Одной рукой. Сначала увидели его сыновья Кришны. Там они гуляли в окрестностях Двараки, увидели этот колодец слепой, старый. Заглянули туда, и дети играли. Увидели огромного ящера. Очень удивились, как он попал туда и вырос такой большой. Чем он там питался вообще? Как это? Давайте вытащим его туда, вызволим. Но ни один из них не мог вытащить этого большого ящера из этого колодца. Это были сильные дети Кришны. Они еще больше удивились, что это необычное существо. Может быть, это какой-то полубог упал с небес. Они пошли и звали папа. Мы говорим, Хари Кришна, говорит, папа. Пойдем, что-то покажем, помоги нам. Мы там нашли ящерицу, необычное существо, но не можем достать из колодца. И Кришна знал, кто там находится. Он знал царя Нригу давно уже. И когда он увидел этот колодец, он просто непринужденно, говорит, наклонился левой рукой, легко достал Нригу. И он на глазах, этот ящер, преобразился, когда Кришна коснулся его рукой. Это запас благочестия. И вот тут Нрига и становится преданным. До этого он именно благочестивый, то есть благочестие, когда человек освобождается от всех грехов, говорится, он становится близок Господу. И вот таким образом Нрига становится также полубоги. Они близки Господу, да, но они могут быть еще не развиты и преданы. Если благочестивый человек, вы автоматически религиозный, вы набожный человек. Если вам сказать Хари Кришна, вы скажете Хари Кришна, ответите. Конечно, Хари Кришна. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Да. Вы благочестивы, вы понимаете, что это все один источник, у вас запас добродетели, у вас нет гнева, нет зависти, вы чисты. Вы понимаете, что Бог один, вы легко воспринимаете эти вещи, без конфликта в душе. В Гите говорится, что очистившись, именно не очистившись, а вот это, от этих вот низших гун природы, мы не можем предаться Кришне. И так вот полубоги, они идут этим путем служения, выполнения своих обязанностей. И Индра выполняет свои обязанности так, что даже с Кришной конфликтует. Вот он вступает в конфликт по этой причине, что он зафиксирован на выполнении обязанностей. Я Индра, я царь небес, я должен выполнять свой долг. А Кришна путешествует, он никакого долга не имеет в материальной вселенной. Он путешествует в Сатьябхаме, на Гаруде, во вселенной, наслаждается жизнью. Сатьябхама напоминает ему, что когда-то ты Рукмини подарил цветок Париджата. Понятно, что обо мне ты не помнишь уже. У тебя есть Рукмини, ясное дело. Такой характер у Сатьябхамы. Кришна улыбнулся, сказал, ну почему же только цветок? Я тебе хочу подарить дерево Париджата. Дерево Париджата, знаешь, что такое дерево Париджата? Это с райских планет. Если вы здесь посадите дерево Париджата, вся райская атмосфера придет сюда же вместе с этим деревом. И птицы прилетят. И запахи распространятся такие же, как в раю. И Кришна одной рукой сорвал дерево Париджата и рассаду. И поехали в Двараку сажать. Индра заметил это. Непорядок.
не может парижата расти на земном, на земной планете. Это всего лишь земля, это не райская планета, это не высшая планета. Но встану на руки у Кришны, не пущу, отдай парижату. Даже было сражение небольшое. Вот это сбивает с толку Индру. Посмотрите на преданных, они делают то же самое. Когда они исполняют свои обязанности, начинают сражаться. Мы же говорим, не сражайтесь, сотрудничайте. А у меня обязанности, я должен, у меня долг, я Индра. Это положение Индры, он не знает, как действовать по-другому. Ну а как действовать? У меня долг, я должен это делать. Простите меня, но я должен вас оскорбить сегодня немножко. Я понял, что это аппаратка, но это мой долг также. Это тоже сознание Кришны, мы тоже повторяем Хари Кришна мантру, мы тоже имеем какое-то благочестие, но вот такого уровня. Как говорит Прабхупада, великий ачарья, что полубоги, они возвышены все души, они все преданные, но они на уровне каништа, материальных, они очень могущественны. Но это все еще материальная среда. Поэтому, когда речь идет о градациях преданных, Гоп-кумар, он путешествует, или Нарада Муни путешествует, и он наблюдает сначала брахмана на этой планете, преданно прославляет его, брахман указывает на царя преданного. Нарада идет к нему, видит, что он более возвышенный преданный, тот указывает еще выше, на Индру, что на этом земном уровне нет таких царей святых. Вот Индра, он настоящий святой царь, он управляет полубогами, он видит Кришну регулярно, он общается с ним. Он не сказал, как общается. И Нарада прославляет: Индру, ты великий преданный, ты превосходишь все земное, все эти, на всех райских планетах ты самое возвышенное существо, ты самый близкий преданный, самый возвышенный, прославляет. Но Индра так переживает, когда слышит это, так смущается, говорит: Нарада, 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 закрывает уши, какой я преданный, я участвую в играх как демон, я сражаюсь с Господом, я хотел уничтожить еще Вриндаван весь целиком. Когда они перестали поклоняться мне, я был в таком гневе, что хотел уничтожить весь Вриндаван. Не говори такие вещи, я вообще не предан. Вот если ты хочешь найти преданного, иди дальше. Это Брахма. Брахма сказал тоже, какой я преданный. Я тоже сомневаюсь. Я украл мальчиков, пастушков, телят из сомнения, чтобы убедиться, что это Верховный Господь. И у меня нет такой веры. И он поставляет Шиву, вот Шива, да, вот это трансцендентная личность на самом деле. Это уже духовное существо. И Нарада прославляет Шиву. А Шива тоже говорит: ты что, Нарада, не видишь, на кого я похож? Я даже выгляжу как демон. А? У меня гирлянда из черепов, я весь в пепле, из кремации, у меня волосы нерасчесанные, скорпионы там живут, у меня и змеи на шее. Я пью яд иногда и курю ганжу, и век кали распространяю майаваду. Какой я преданный? Не забудь об этом, я вообще не преданный. И вот эта история, она показывает, что есть градации различные. При этом все прославляются там. Все, Нарада Муни всех прославляют, потому что есть за что прославлять. Мы прославляем Индру, несмотря на эти, так сказать, кажущиеся недостатки, он достоин славы. Каждый преданный достоин славы, говорится, несмотря на недостатки. Но каждый преданный идет путем самосознания, он сам себе ищет недостатки, сам находит, сам занят этим. В этом слава преданного. Хорошо, спасибо большое. Есть вопрос еще был? Нет, спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.